Маметова Мансия Жиенгалиевна. Родилась 23 октября 1922 года в поселке Жиекум Уральской области. Мои настоящие родители, Жиенгали и Тойлша, маленькой отдали меня на воспитание в другую семью. Мы жили очень бедно. А отец туберкулезом болел. И хотел, чтобы я получила образование. Да и время было голодное. Родители могли не прокормить. Джуд только что прошел. Это когда скот погибает, а народ голодает. Меня воспитывали родственники со стороны отца. Его старший двоюродный брат Ахмед стал мне папой. А его жена Амина – мамой. Папу Ахмеда репрессировали, когда мне было 16 лет. А за что репрессировали? За то, что он детей лечил, медицину в Казахстане поднимал, газету издавал. Я не верила, что он виновен. Поэтому и пошла на фронт. Не только родину защищать, но и чтобы вернуть доброе имя отца. Доброе утро. Доброе утро. Зараз усім не до сна. Скоро війна ця скінчиться. Тоді усі виспімося. Ну, а зараз треба потерпіти. Бог терпів і нам велів. Ты б уберегла себя. Не лезла на амбразу. Нехай чоловіки там воюют. А ты б у шпиталі допомагала. Не по комсомольски в госпитале или в окопе отсиживаться, дед Степан. Вот ты даешь. Слухай, Машук, як Берлін візьмемо, приїжджай до мене у гості в Україну. Я тобі таким салом погодую, а? Ну, що ти? Знаєш, як моя жінка сало готувала. Ой, часником натре, потім сіллю, перцем обмаже, потім загорне і у холодок сховає, щоб ніхто не чіпав, а потім це сало
на чорний хліб. Та з борщем. Та під горілку. Ой. Ай. Пісня. Всегда ты, дед Степан, меня веселишь. Ну так, так. Я жінку коли поховав, зрозумів. Кохаю. Ніколи їй не казав. Вже пізно. Вона в землі. Сів на могилу і так заплакав. Дякую Богу, що померла до фрицю. 5 дочок, 15 онуків. Ось, кохаю. Так і не казав їй. Ата, рахмин закажу. Окей. Ата, это дід по-вашему? Степан Ата, да? А, значит, я Ата Степан. Нет, Степан Ата. А, ну так. Степан Ата, так Степан Ата. Як ти вчила мене, это, спасибо по-вашему. Рахмет. 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 Ну так, так. Давай, Ягодкин. Запечатлей бравого коммуниста с орудием возмездия. Совсем с ума сошли! В лесу снайпер работает! А ну-ка, спускайся! Не смейте трогать мой пулемет! Кто вам разрешил? Прицел собьете, я его только настроила! А родом я из восточного Казахстана. Когда мне было 9, отца перевели в Алмату. Он был детским писателем, даже главным редактором журнала «Турксиб». Потом война, все на фронт. И я. Когда впервые увидел маншук, удивился. Такая маленькая, хрупкая, а уж с пулеметом обращается. Так и познакомились. Оба из Алматы. У нее отец врач, а у меня писатель. Подружились сразу. Авдотьев. С корреспондентом Авдотьевым у Маншука отношения сразу не заладились. Многое он себе начал позволять. Наверное, думал. Если он кино снимает, значит, ему все можно? Все дозволено? Нет. А у нас война. На передовой нельзя красоваться перед камерой. Хотя... камера у него отличная. Ух ты! Это кто тут у нас? Милая барышня. Кто вы? И как попали в 100-ю стрелковую бригаду? Старший сержант Маметова. Это мой пулемет. И вы не имеете права его трогать. Мальчик, полкислер, аскерей тілшілер. Біздің бригада жайлы кино түсіруге келді. Мажит, түсірсе түсіре берсін.
Бірақ менің пулеметіме тиіспесін деп айтпайсың ба? Мадам. Или мадмуазель. Красавица, звезда Востока. Ну зачем так шуметь? Бар болған бірек кадр алат, есесіне киноға түсесің. Жақсы емес пе? Кино, кино. Иә. Значит так, если вам хоть немного дороги ваши жизни, головы из траншеи не высовывать. Вы же не хотите пулю получить? А это мое боевое оружие. Я за него отвечаю. Без моего разрешения к нему не подходить. Вы же свою камеру. Кому попало, не даете. Что вы делаете? Сломаете. Выбирайте выражение, мадам. Это мы-то кто попало? Ай, как же такая хрупкая красавица. Может быть, пулеметчица. Вы же с ним, наверное, одного веса, да? Только пулемет всегда холодный. Да ты что, сдурела? Сумасшедшая. Да за такой под трибунал недолго. Полетишь штрафбат с сизым голубем. Пулеметчица! Как же! Кто вообще бабу к пулемету допустил? Я вас предупредила! Мальчук! Мальчук! Там тебя комбат зовет. Я Машке такие стихи написал. Слушай. Твой взгляд такой родной и нежный. Меня пленит он все сильней. Жил раньше жизнью безмятежной. Теперь пожар в душе моей. Красивый стих. Спасибо. Аркаша. Да? Московские корреспонденты чуть наш пулемет не сломали. Не спускай с них глаз. Слушаюсь. Они теперь и шагу без меня не ступят. Разрешите идти? Иди. Передай комбату, что я скоро буду. Есть. Позже перевязку взяла.
Қазақсың ба? Қазақпын. Қай жақтансың? Алматыдан. Жаратамыңды қайдан білесің? Әкем үйреткен. Ол дәрігер. Есімің? Мәнсия. Мәншүктей берсеңіз болады. Мәншүк. Анам, мені еркелетіп мұншағым деп атайтын. Ал мен осы сөзге тілім келмей, Мәншүк деп кеткен. Менің есімім Нұркен. Өзің батыл қыз екенсің. Қыз бала ондайдан жүрексінеді деп ойлап едім. Көз алдыңда адам өлім аузында жатса, қалай жүрексінесің? Мұндайда қыз не жігіт екені маңызды емес. Ал сіз окопты неге тастап кетпедіңіз? Өліп кетуіңіз де мүмкін еді. Жан алысып, жан беріскен шақта бірге болған досыңды тастап кетер ме едің? Мен де екі жылдан бері талай жауға төтеп берген пулеметім тастап кете алмадым. Мен сізді адам туралы айтып отыр екен десем. Мәншүк. Ер азаматтың қолындағы қаруы қазынасы. Нұркен. Пулеметпен соғысқан қалай екен? Пулеметпен жалғыз өзің мың фашистке төтеп бере аласың. Тек дер кезінде оқ пен суын дайындап тұруың керек. Ал судың не керегі бар? Қыз кетпеу үшін. Жай темір болғанымен өзінің мінезі бар. Вначале я не понимал, что она делает на фронте. Кругом одни трупы, повсюду взрывы. Госпиталь полный раненых. И одно тяжело. Она только потом рассказала мне про своего отца. Тогда я понял, что она делает на фронте. Что она хочет спасти отца. Понимая, что в любой момент ее может не стать. Готово!
Похоже, это новый рекорд отделения. Курсант Мамедова. Я. Присвоить Мамедовой Маншук Жингалиевне звание старшего сержанта. Поздравляю. Служу трудовому народу. Встать в строй. Есть. Товарищ комбат, разрешите? Входите. Вот, товарищ капитан, наша гордость, наша красавица, старший сержант Мамедова Маншук, командир пулеметного расчета. На ее счету не один десяток фрицев. А это наши гости, капитан Авдотьев и лейтенант Ягодкин. Приказываю ничего не скрывать. Все, что требует, показывать. Надо, чтобы нашу бригаду показали, так сказать, в лучшем свете. Но, товарищ комбат... Никаких «но». Вы приказ слышали, товарищ старший сержант Мамедова? Так точно. Выполняйте. Есть. Товарищ комбат. Что? Вас срочно в штаб. Понял. Так. Устраивайтесь, располагайтесь, работайте. В общем, старший сержант Мамедова. Можно сказать, вы у нас в подчинении. Еще чего? У вас приказ. Будете выполнять, что я прикажу. Тогда посмотрим. Ух ты! Да вы у нас командир, Шахерезада. Мы готовы служить вам 1001 ночь, мэн. Слушайте, вы сюда не на прогулку приехали. Здесь на передовой работают снайперы. Будете делать то, что я скажу. Аркадий. Я. За пулемет головой отвечаешь. Слушаюсь. Нажит. Мыналарды айналсоқтып қапсың ба? Камерасы керемет екен. Менің де үйренгім келеді. Ух. А это что? Это фильтр. Можно подержать? Смотри, это объектив. Это самая главная часть камеры. Он фиксирует то, что ты снимаешь. Ух ты! Получается, камера тоже видит, как человек? Да, камера – человек. А это она фиксирует то, что попадает в кадр. А это? Туда заправляется пленка. Правда, ее хватает только на 1 минуту, поэтому запомни, всегда нужно снимать только самое интересное, самое красивое. Здорово. Ну, конечно, здорово. Это же наша немецкая красавица. Ты чего? Вы же сказали, немецкая? Балда, ну это же не оружие, это кадр. Она для искусства создана, хотя немцами. Ну, ты думаешь, среди них нет хороших людей? Наверняка есть. Поэтому они смастерили камеру, а не оружие. Бери, бери. Изучай.
вот так, мы меняем объективы. Слушай, красавец. Давай забудем наше неудачное знакомство. Ты здесь на службе, я на работе. Поможем друг другу. У тебя приказ. Поможем. Стало быть, ты из Казахстана? Да, из Казахстана. А в пулеметчице ты как попала? Курсы прошла. И командир помог. Это Нуркен который? Да-да. Все про тебя уже разузнал. Он твой жених? Он мой командир. Ладно, ладно. Тебе со мной ссориться нельзя. Я же не просто так. Слушай. Одна бумага, и отправишься ты куда надо. Ой, да знаем у вас таких! Ты себе уже приговор подписала! Ты, милая людина, побойся Бога! Девчинку не ображай! Дитина вона зовсім! Надо мне здесь проповеди читать. Плевать я хотел на вас, на вашего Бога и кашу у вас. Дерьмо коровье. Но я же не могу постоянно за этим корреспондентом смотреть. У меня там целая бригада бойцов. Да и приказы постоянные. То обороняться, то наступление. Вообще, мужик он или нет? Я этого так не оставлю. Я эту... Маметову под трибунал отдам. Ты бы лучше подружился с ней. Иначе нам хроники не видать. Ты меня еще поучи. Не дело женщине так себя вести. Потому что у них там так можно. А я мужик. Я не позволю какой-то бабе так с собой обращаться. Ладно, не горячись. Держи, что сидишь. Ладно. Сейчас вернусь. Я Ваня говорил ему. Сам виноват. Ах.
это трибунал. А с чего вы взяли, что это из-за Мамедовой? А кто еще? Баба на корабле, быть беде. Отставить, капитан! Это, как вы сказали, баба. Несколько сотен фашистов уничтожила. Сама пулемет изучила. Первая на передовой. Да она одна нескольких мужиков стоит. А с этим разберемся. Да вы уж разберитесь. Вы же не хотите, чтобы я в Москве выше пошел? А то ведь мне есть к кому обратиться. Соус кашек канала, біраз болды ма? Шамо мен бір жылдай болып қалды. Петь, вы сначала пулемет почистите, потом я его посмотрю. Есть. Мен де сол шамалас. Алматыны сағындым. Жұмақ мекен ғой. Алма пісіп жатқан шығар. Тура осы бойда көкжайлауға тартып кетсе ғой, а? Шіркін. Қабадан жаңа түскен ыстық нанды үзіп жеп, салқын қымыздың бір тостағанын сіміріп алсаң. Елді қайта көріп бұйырар ма екен бізге? Ол күнде алыс емес, Мәжит. Маншук, тебя комбат зовет. Товарищ комбат, разрешите? Проходи, присаживайся. Года старший сержант Мамедова применила ко мне физическую силу. Было. Затем публично унизила меня перед воинским составом, чем нанесла мне препятствие в выполнении моего коммунистического долга, что невольно вызывает вопрос о политических предпочтениях. Общается с набожным поваром. Писака чертов. Свалились они на наши головы. Что теперь будет? Маншук, ну как ты это допустила? Товарищ комбат, оно само начало. Строит из себя черт знает кого. У нас мужики так себя не ведут. Вот я и проучила его. Проучила. Вон она, во что вылилась. Меня теперь как отца. По враги народа. Да сплюнь, дура. Что ты такое говоришь? Бумажку эту сжечь, конечно, не могу. Рано или поздно ее придется передать.